здравствуйте, с вами Дмитрий Рубин, это гонка героев, у нас есть первый, самый большущий, самый огромный чемпион сегодняшней гонки. Привет, представьте, пожалуйста, для наших подписчиков. Меня зовут тоже Дмитрий, моя фамилия Кужин. Сегодня я пробежал 17 тысяч километров, 75, время 2 часа 15 минут. Это первый результат на сегодняшней гонке героев, то есть ты чемпион. Ты какие чувства ты испытываешь, то есть насколько ты ожидал такого? Честно скажу, Дмитрий, сегодня, в принципе, ожидаемый результат. Я готовился почти месяц к этой гонке. Были изнурительные тренировки, как где подпересеченное место, функциональный тренер, соответственно, в тренажерном зале. Ага, а в тренажерном зале, наверное, какие-то элементы кроссфита ты используешь? Обязательно, обязательно, да. Работа и шла только на выносливость, в анаэробной нагрузке. Спасибо организаторам, ребят, молодцы, почаще таких мероприятий, все очень.